Там сейчас стоял на чеке в баке. Прям хардовый у стенки. Ну ладно. Блять, нас наш лагерь просто тащит игру. Наши челы, на которых мы орали, по итогу они тащат. Ну да. Ну хотя первые два раунда они вообще какую-то хуету делали. Возьмите Каида. Андрюша, возьми Каида, пожалуйста. Марта, давай, ну да, тоже будешь Каида. Хорошо, давай. Каид, Айрмар, ты слаговой или с прямой играешь на Каиде? Слаговой, по-моему. Я с прямой играю. И географа. А, вот, вот, ну кто играет через, через прямую, брат? Ну, непонятно на это? Закройте хэч. Ну, ты напоминает. Сейчас, а в бейкере идете? А, ах, окей. А в бейкере, короче, закрывать бейкер? Так, ну, большой. И делать ротейшн? Ротейшн делать? Или не надо? Андрей. Окей, я ротейшн делать не буду. Андрей, ты будешь в бейкере сидеть? Нет. Давай быстрее, я сейчас его закрывать буду. Мне страшно. Андрей, у тебя есть один свободный миджайнер? Нет. Я, пожалуйста, не нужно. Ну, пожалуйста. Я бурмак. Ну, забери отсюда, не знаю, откуда это. Я просто закрою двумя артилами, я не поделал, как в музее. Окей. А что, на ДСС-ком так мало камер? 6 камер, охренеть. Ладно, а вот террори режим. Капец, сильно тащит парень. Тупо 5 фрагов. Там держит пиксель, Андрей, Андрей! Таракалы, что вы делаете? Я бегаю. Андрюша, ну пожалуйста, брат, не пикай так агрессивно. Бать. А ляж там где-то в упоре, блядь, не знаю. Дективатор на лестнице. Пошел, пошел, блядь. Ля какой. Папю. Это ББ. Папю. Намат. Я считаю, можно сделать вот так вот. Ну чё ты, блядь, херню страдаешь? Вернись на сайт, Эльмар, блядь. Сука, я раздражаешь я на Б, пожалуйста. Сиди на Б. В чем твоя проблема? Ты прям читаешь. Ты читаешь, как я говорю уже. У нас шаги, Андрей. Пищалка. Наша. Ничего не сказал, пошел добивать. Тебе ничего говорить не буду, блядь. Ты и так, блядь, слишком насыщен по фрагам. Фраг! Да, Андрюша и фраг это, блядь. Капец, мы сейчас это выиграем, если мы это выиграем, то это просто лучший день за мою карьеру Rainbow Six Siege, блядь, киберспорт, пролига, FDF Team. Ты посмотри, пошел. Лемар, у тебя? Да, в баре. Вот будет дроф, если мы друг друга убьем, блядь. Ах ты ж чурка. О, у них уже ливнул один. Не, капец, у нас система на бубле, просто сосем член. Ой. Это Андрей. Нет, мы не такие. Мы нормальные, адекватные. Красивые. Нет, не читал, пацаны, читал.
че дурак. Мы не сможем выиграть втроем на читалку, нет, не буду про читалку. Нет. Давай колесо сыграем, то и все. Посмотрим, колесо. На вертикалку, Денис, с тобой. Нет, я не пойду на вертикалку. Он успел, да? Блин. Не успел. Нет, не успел. Он успел. Говно. Еще полгода ждать. А че его ливнуло? Какой у него пинг? Это какое место? Он сам ливал. Это не Хомот этот, короче, первое место? Нет, это капитан Кейджей. Ну, он такой, типа. Не понимаю, как мы. Я не понимаю, как мы первые две игры проебали, потому что у нас было 4 в 5. 8 L, так. Саша Красноровский рубали. И вода. ТВ отрубается. Алярм. Где? Мне пусть сюда будем. Да не пойду на вертикалку, у меня игра не летит. Что? Я на сайте буду сидеть. Наш ягер АФК, байзовой. Так это кто? А. Бля, он сейчас выйдет. Он по сайте пришел. У меня проблема. Ламба. Или хера. Эль проблемо. Я на своем пик. А кого там как не летел обратно, не помнишь? Ну как бы здесь, блядь, только мне в точку целится, как бы. И это очень. Доверишь, что сможешь? Ну постараюсь. Ну хорошо, я в тебе верю. Блять, я такой рака. Ильмар, ты не представляешь просто, брат. Я хотел поставить. Я просто типа либо на спам пик, либо я бы щит поставил под окно прям. Ну короче. Лижендрап. Уже у нас, блядь, в сайте. Я че по 90. А, я убил ее, ебать. Сука, много я пизда, мне. Ну и лежать. Не знаю. Ну. Я че по 90. Так что это она разъебала? Зафия хасалась. Да Зафия я убил. Андрей, где лежу? А, так это ты на лижне, блядь, я думал ты на это. Вот откуда ты на это? Да на этом, блядь, на красном. Пожалуйста, парни, можно мы это выиграем, блядь? Не рофлите. Не, ну, блядь, Гу это реально очень сильный оперативник, мне очень нравится. Прям классно. А, ты видос этого Эликс мы смотрим. А, у нас тиран, это, на пассивку залез. Ай, блядь, ай. Колесо. Он бил. Блин, обожаю вектор, это лучшее оружие в этой игре. Не пикайте, пожалуйста, парни, но у меня хп нету. Андрюша, пожалуйста. Все, парни, играйте на время. Не, нормально, у меня есть 5 нижних проходит. Не, ну серьезно, мне, я беру вектор, у меня прям все в прицел входят. Денис, пожалуйста, стоишь сюда. Да, ты можешь, пожалуйста, и выиграть? Нет. Да, Андрей, тренит он меня. Че? Да я знаю. Только вот Эльмар, видишь, что сюда. Боже, я минус 4 взял. Подожди, сюда. Я не,
пока, Андрей.